И как приятно, что руководят командой тоже наши. Бывший хоккеист, судья международной категории, теперь тренер команды Всеволод Белый! О человеке, который сейчас выйдет на эту сцену, я хочу сказать особо. Давайте положим руку на сердце и честно скажем, что когда начинался сезон, мало кто из нас в него верил, а зря. Он просто взял и совершил настоящий тренерский подвиг. А как, сколько ему это стоило, знает только он сам, его седая голова. Борис Баринов! Этот человек любит хоккей, он фанат хоккея. А если он любит хоккей, он все делает для команды. Если он делает все для команды, он делает все для нас, для болельщиков. Спасибо ему за это. Президент хоккейного клуба «Сибскана», вице-губернатор Иркутской области Владимир Александрович Матиенко! Я очень волновался в начале нашего вечера и совершил одну небольшую ошибку. Я забыл назвать еще одного игрока. Дело вот в чем. Этот игрок весь сезон просидел на скамейке. Очень много кричал с места. Причем кричал не только игрокам, но и тренерам. Да, нецензурное, непарламентское выражение употреблял в адрес болельщиков. Иногда был замечен нетрезвый на скамейке. Красноярский был вообще никакой. Но без его поддержки Сибскана бы никогда не стала бронзовым призером. Этот игрок, ты, его величество, иркутский болельщик! Ребята, давайте встанем все! Давайте встанем! Давайте поднимем руки над головой! Овация! Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, бронзовые медали – дело серьезное. Они только утром сегодня прибыли из Москвы. Их надо было охранять. Мы нашли настоящего, нашего, сибирского охранника. Я сейчас чуть-чуть в стороночку отойду, а вы его будете встречать. Прошу! Еще не было, ну и Миша. Здорово! Молится за то, чтобы Сибскана золотой стала! Дорогие друзья, я приглашаю на эту сцену для поздравления и награждения мэра города Иркутска Владимира Викторовича Якубовского и нашего гостя из Москвы, вице-президент Федерации хоккея с мячом России,
Валерий Николаевич Мозгов. Дорогие друзья, хоккей, хоккей — это труд, хоккей — это большая работа, хоккей — это удача и поражение, хоккей — это радость и слезы, хоккей — это праздник иркутских болельщиков. Я поздравляю нас всех с этим праздником. Я поздравляю Василия Донских, я поздравляю Бориса Баринова. Они выдержали этот непростой марафон. Эти медали, я считаю, завоеваны в еще большем труде, чем те прошлые серебряные. Я хочу, чтобы вручение медалей в городе Иркутске стало традицией. С праздником вас! Очень рад, что меня пригласили сюда, в Иркутск, на этот великолепный праздник. Я хотел бы от всей души поздравить в первую очередь вас, болельщиков. Вы действительно установили новый мировой рекорд, и я думаю, что он скоро будет побит, и побит в этом же городе. Хотел бы поздравить администрацию области, города, которая делает очень много для того, чтобы вот команда играла, чтобы решать все вопросы, связанные с финансированием и жилищными, со всеми условиями, чтобы команда могла спокойно играть. Хотелось бы поблагодарить руководство хоккейного клуба «Сибскана», которое тоже очень делает много для того, чтобы команда успешно выступала. И, конечно, поздравить вот этих ребят с замечательным успехом. Действительно, немногие верили, что в этом году «Сибскана» после ухода ряда игроков добьется такого места. Но вместе с вами они добились замечательного успеха. И я думаю, что на следующий год они нас порадуют уже медалями более высокого качества. Так как у них серебро было, я думаю, на следующий год они могут побороться и за золотые медали. Спасибо. Итак, внимание, дорогие друзья, внимание. Самая торжественная минута. Иркутская «Сибскана» получает бронзовые медали. Сезона 1998-99 годов. Иркутская «Сибскана».
Спасибо, дорогие друзья. Хоккеисты Иркутской Сибсканы делят свои бронзовые медали со своими прекрасными женами и подругами. Если бы их не было, им бы было гораздо труднее. Они еще в любой мороз приходят, чтобы поболеть за своих мужей и друзей. Сегодня они в зале. Прошу! Не стесняйтесь, спасибо, все встаньте, все, жены и подруги, спасибо. Спасибо, что пришли. Вроде бы не так давно уже закончился сезон, но мы уже соскучились. Особенно Сергей Речкин сегодня сказал, приехал и говорит: «Я так скучаю». Ему так тяжело в Омске, что он решил переехать сюда. Но он холостой. Вот в этом проблема. Спасибо вам за вашу поддержку, за то, что вы приходите на стадион и болеете за нас. И мы поднимаем наши бокалы за вас, дорогие болельщики. Спасибо! Прошу Сибскану на пьедестал почета! Все пошли! Прошу, прошу, прошу! Все! Все прошу! Прошу! Владимир Александрович, Владимир, прошу! Все! На пьедестале почета бронзовый призер чемпионата России по хоккею с мячом сезона 1998-1999 годов, родная Сибскана. И вот теперь, оле, 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 оле. Нервы натянуты перед игрой. Наша дружба поможет нам выстоять. Но советное слово снова пароль. Никому не позволим высмеять. Сибскана – команда отличных парней. Сибскана – команда надежных друзей. 90 минут длится матч, а сердцем матча оранжевый мяч. Наши нервы натянуты перед игрой, наши души в форму зашиты. И пускай соперник силен порой, но мы тоже не лыком шиты. Сибскана – команда отличных парней. Сибскана.